Да, бежать надо. Я тут за кадром немножко поносился, побегал. Я, правда, думаю, что немножко зря, опять же, это сделал. Потому что у них же здесь идет постоянно какая-то смена власти. Но, в общем, я запытал кучу уроков, открыл всех главарей. Простых мобов бил. В общем, никуда не ходил, просто бил мобов и пытал их. Да, именно. Ну и сведения некоторые собрал. Все равно на это пришлось бы время тратить. Ну, а кто заменится, тот заменится. Что ж теперь? Угу. Вот, ладно. Нам... Куда? Вот это же сюжетное задание. Продвиньтесь дальше по сюжету, выполняя... Mm-hmm. Подожди, оно закрыто, да? Да, закрыто. Получается, надо либо сюда... А, и все. Туда и надо. Тогда давай забежим, наверное, вот на эту территорию, откроем башню. Может быть, изгоя сделаем по пути. Ну, левой стороной коснемся, да, получается? Да. А это у нас Ашгар... Крушитель. Можно убить попробовать. Особая награда. Не знаю, надо ли оно нам. Ну, мы обратно пойдем по левой стороне, можно пройти и все. А здесь лук рядышком еще есть. Ну, тут-то уж совсем рядышком. Ну, давай совсем рядышком лук сделаем. Короче, планы, как обычно, поменялись. Я думаю, пофигу, что я тут сейчас такой... Наглый. Да. Быстренько запинаем их. Там еще позади кто-то врещит. Да ой, да ладно. Ага. Тыщ, тыщ, тыщ. За ногу такую перевернул. А чего? Хорошо. Я тебя похвалила. А почему с замедлением так было? Эпично перевернул. Ну хорошо. Главное, чтобы понравилось. Что говорит? Какое-то задание. Он пел гимн, когда враги напали из засады. Это была их последняя ошибка. Ага. Плюс 200 дадут. Ничего себе. Много, между прочим. Убить всех лучников. Дополнительная задача. Выстрелы в голову. Ага, у руку. Они тут все у руки. Нет, я имею в виду, что в голову не обязательно лучников. Лучников просто убить, а в голову убить просто 10. Приятнее будет совместить, да? Ага. Увидели. А стрелы-то у нас бесконечные, я смотрю. Нет, не бесконечные. Как это? Бесконечные? Да вроде да. А! Нет, не бесконечное. И здоровье тоже не бесконечное. Надо одного кого-нибудь поймать. А, вот, лежат же. Да-да-да. Сколько я убил тоже? 7. Со счета сбился. 8. Эх, Леголасу завидую. 9. Он круче меня. Десять. А, теперь просто отбиваться. Да, лучников теперь просто убивать. Прокачался. Справа двое еще, да. Опа. Ах ты, конечно, борзовато. Ау, получил. Все. О, 200 плюс 50. Опыта 200. Ой, 400. Говорят, ты молодец. Молодец. Хорошо, что молодец. Ага. Огненные стрелы какие-то можем получить. Надо прокачиваться теперь. Улучшение. Допустим, вот. Дополнительные эльфийские стрелы нет. Выемка на луке. Доп сосредоточения. Классная штука. Давай прокачаем. Ого, 490 у нас. Еще 20, а 320. А это доп здоровья не надо. Давай выемку на луки, наверное, сделаем. Хотя нет, зачем? Давай посмотрим руну сначала. Допустим, вот на луке. Лук. И тут Остапа понесло, да? Воля Запада. Все хочу. Скорость расходования. Вот этот классный навык мне нравится.
Что я могу получить? 25% больше урона, вероятность. А, одну эльфийскую стрелу, выпуская стрелу из лука. Всего-то. 5%. 5% шанс какой-то мизерный. Угу. А, на мече могу что сделать. Запылает. Дополнительный урон капитанам. Но вот это еще классная руна. 50% шанс уменьшить урон на 50%. Угу. Эльфийской грации у нас другой никакой нет. А на кинжале тогда уж можно охотник на орков. А, еще сильнее пугает врага. К ядам невосемности. Вообще не особо нужно. Рун у нас, короче, пока хороших нет. Поэтому сейчас, наверное, давай сосредоточение еще прокачаем. Мне из лука очень нравится стрелять. И пока здесь все получается. 70 осталось. Угу. Можем два навыка вкачать. Ага. Дальше по сюжету. Не хватает силы. Ну, у тебя два всего, вот. Либо да. Подождать и дальше идти. Ну, все. Ну, вот этот навык перескакивания. Ну, ускорение само по себе. С другой стороны, почему нет? Да. Давай прокачивать. Просто я боюсь навыков, интересно, хватит на все. Наверное, должно хватить. Ага. Куда нам-то дальше-то? Давай посмотрим. Ну, можно вот эту штучку взять и вот этого капитана тогда убить. Вообще в другую сторону, короче, шли. Ну, эта штучка, это вообще рядом. Угу. Именно. А, валяются. Ага. Так, надо думать, вот так сделать. И капитанчик вон уже светится. Угу. Ну-ка, давай искать место. Ладно, читайте на паузе, ищем штучку. Вот она, вот она, вот она. Ага. He's in jail for a reason. For saying what we're all thinking. You want to live forever? Plow in this field? The elves lord it over us. Don't they just? Ладно. Эх, озвучили бы они ее. Да. Жалко. No blood of Numenor is in my veins. I am a Northman, an exile. Стоп, где субтитры-то? Субтитров нет. Так. Куда делись-то? Не знаю, почему-то слетели. Ага. Вот. Талис never let me forget that, and Yorith never cared. To the Eldar, all men are the followers. Fleeting visitors who soon pass beyond the circles of the world. Куда обратно пошел? Я пытаюсь найти, где наверх-то забраться. Мне же. Не, вон туда куда-то. Вон он, ага. Погоди, но я его не вижу, как бы. Вот он. Дудза. Ага. Дудза гора. Уязвим для скрытного добивания и неуклюжий. Его можно схватить, даже если у него высокий уровень здоровья. Короче, надо... Причем его ваншотить надо. У него чем меньше здоровья, тем он агрессивнее. Да. Что это такое? Не пойму, он прячется, что ли? Почему так показывают? А, это просто место отметили. А, это еще какой-то? Ага. То есть это другого капитана нашел. А это задание берется особое. Ладно, давай мы сначала капитана тогда этого будем убивать. Ага. А, ну он еще дальше. Это крепость считается? Слева вон забраться можно, ага. Вон там по бочкам. Опс, опс, опс. Это показалось, Он посмотреть пошел. Я, наверное, могу его скрытно сверху убить? Да, он уязвим к этому, по-моему, как раз сказали. Да.
Вот так. Есть. Что я там зуб червя какой-то взял? У меня сила плюс 6. Я стал крут. Да, да. Ну вот эти. Хотя силы плюс 6 это как-то немного. Со значком вот эти П. Которые ты копишь. Ага. Кто там тревогу собирается поднять? Ну-ка не сметь. На тебе прям песок. А-а-а! А, бежим! Бежим! А, не чуть могу забыть, но не могу. Почему-то. Странная эта штуковина. Не хочется по ней бегать. Ага. Не дал. Ага. Куда пошел? Вот так тебе. Все? Плеч. Все. Все. Теперь вот это надо. Не возвращайтесь. Не, почему пусть возвращаются, мне не жалко. А? Все? Все хорошо. Спас просто там. Начать задание. Ого, какой. Победите. Угу. Получите особую награду. Ну давай попробуем победить. И получить особую награду. Что там? Сначала убить всех преследователей. Прячемся, в общем. Ага. Начинаем сзади их. А, прячемся. Мне стрелы восстановили. Ага. То есть я могу сейчас попробовать отстрелить у него. Он сюда идет смотреть. С какой стороны, интересно? Не пойму пока. Влево пошел. А эти там остались. Странно. Не добил. Так и поворачиваются. Подожди. Убили всех. Прячься. Ух ты. А про него что-нибудь известно вообще? У тебя пол ХП отняли, гады. О, хорошо ему влетело. Быстро встал, смотри. Еще раз оглушен, значит. Хорошо. Хуй. Что? Я мог его попытать, кажется. Или, ну что-то мне там подсказку какую-то дали. Ослабить или что-то такое. Не знаю, в общем, ладно, я его добил. Что это такое золотое? Черная стрела. Восстанавливает 5 единиц здоровья. Ага. Ну-ка, цит там. Умирать. И справа тебя знание какое-то. А, ну слабости можно выявить. Понятно, все. Ну их нафиг. Ага. Их тут дофига таких. Угу. Пойдем в сторону задания уже как-то. А, это нам вот в эту сторону бежать. Давай напрямик, наверное, тогда. Давай. Потом там сделаем, когда пойдем уже по заданию туда. Да, мы здесь еще будем долго-долго носиться, я думаю. Быстрое перемещение, кстати. Угу. Жалко, башенки прямо по пути нет. Никакой. Все с краю. Там с краю и здесь с краю. О, мы можем этого оседлать. Смотри.
Я опять проблему нашел. Ага. А вот этот зеленый, ага. А его надо не убивать. Ну, вообще желательно не убивать, но я думаю, убьем. Ах ты! А ты не слышал, да? Нет. Как там тебя истощить? Ну-ка, стрелы восстановят? Да. Да. Вот. Я видел, у меня там это внизу дописано было Б. Истощить эти стрелы. Ой. По-моему, их надо. Сейчас собака его догрызет и будет печалька. Ага. О, был РБ. На, ну. Ну было же РБ. Все, все, сейчас он получит от нее. Так, заведите курсор в кружок с помощью L, затем нажмите указанную кнопку, чтобы сломить волю. Давай мы тебе волю сломим. Так, атаковать врагов крестик, дать команду кусать. Это убивает сбитых с ног или застигнут врасплох врагов. Ага, здоровье. Перейти в режим стрельбы, удерживая ЛТ. Понятно, провести атаку сверху. Вы при этом спешитесь. Не надо. А! Хана тебе, в общем. Всем хана. Хорошо, ему там остается так. Ага. Хе-хе. Ням-ням-ням. Игриком их, игриком. Грызи. Грызть можно только упавших. Кстати, пока она грызет, я-то могу отбиваться. А-ха-ха. А, сломленные звери не нападают на героя, когда он спешивается. Понятно? Ага. Вот. Быстро так? Да. Кушаем. Хрюкает так. А что там такое было? А, спасти. Ай, мужики, простите. Да нормально все. Хе-хе-хе. О, такая прикольная. А наверх? Класс! Я уже поняла, что ты в эйфории какой-то. Не слышишь, там тебя благодарят, это такой несется. Упс. А мы тебя скушаем. Да как-то не кушается он. Да. Вон еще несутся. Ого, их набежало. Да-да-да. О! А! Боюсь, боюсь! Да вас ёлки! Тут слишком много! I'm not gonna let him live. А ты один. Он тебе помогает? Да. Молодец, лошадка. Ну, в смысле, как там тебя, я забыл. Пушистик. Мало. Может, этому много? О, этому хорошо. Ну, они его, я думаю, сейчас загрызут. Не успею, наверное, забрать. Вперед! Может, слабость посмотреть? Ага. А, ну да, они же вон подсказывают, прежде чем захватывать. О! Мне нужно срочно покушать. О! Эльфийские стрелы кончились. А на них только сверху можно заскочить, да?
А? Вроде да. Не успел, да, захватить его? Нет. А он тоже умеет, наверное, да? Отсюда. О, сейчас волю. Ломаем. Ну да, твоего уже завалили там. Да. Ну хоть какое-то время тебе немножко дадут. У тебя здоровья мало. А, по-моему, драпать надо. Ну, вообще, да, как-то хреново. Где у нас трава тут растет? Вон. А как? А, так вот. Сейчас. Спина. Опс. Еще бегут. А! Вы можете захватывать и удерживать ослабленных капитана. А, просто, понятно. Да, ну, жри ты цветок этот. Ух. Пришел по заданию такой, непонятно, чем занимается. О, смотри, сколько их набежало. Угу. А есть тут где-нибудь костер? Костер бахнуть? Нет. Еще бегут. Как-то это не круто. Не, боевка, конечно, классная. А ты тут полдня будешь месить. Вас очень много, ребят. Ага. Ай-яй-яй. Давай драпать. Ладно, драпаем. А. А, там опять враги. Там стрелы наверху. Фу. И не говори. Сейчас они рассосутся там. Ладно, никому не скажу. А, тут этот улей. Ага. А они там снаружи, а улей тут. А они сейчас по местам разбегутся по своим. Это мы их тут просто собрали в одно место. Где ты, конечно, встретил их тут зачетно. Ну, как-то так получилось само. Ага, ага. Надо было его высосать. Надо было. А это все там паникуют. А если на него спрыгнуть вот сейчас на этого, который внизу там к тебе подбежал? Не знаю, давай сейчас вот это в лицо прям. Еще разок. Он кидается? Готов. Сейчас они все испугаются и убегут. Думаешь? А на этого прыгнуть, да? Да. Пытаем. Нет. I'm going now. Next time I'll kill you all the way. В смысле отступление? Что ты... А, гады же вы, а? Ага. Смотри, опять удирает. Добивай! Не успеем!
Он своего, что ли, добил? Я не знаю. Он своего добил. Я не могу. Ну ладно. Это что-то вообще. А я думал, истощение меня тоже хп восстанавливает. Давай траву искать. Отстаньте. Чего тебе надо? Ну-ка. Не восстанавливается. Сколько я тут капитанов убил? Или это просто какие-то особенные были типки? Не очень понял. Что там за руна на восстановление здоровья? Давай глянем. Давай. А для чего это вообще было, я не помню. Ага. А, продать руну можно. О, как. Вернуть нельзя. Это, видимо, одинаковая руна здесь есть, но большего уровня, например. Вот. Применить сверху истощение или клеймо. Да. А, 50 единиц, а не 50%. Хватает у меня? У меня хватает. Вот. Хорошо. 50 единиц. Гребестник. Лук. Где у нас? Вот у нас одинаковый. Шестой уровень и пятый. Ой. Да, пятый и шестой. Вот это мы продаем. Получаем 25. А? Ну, тоже неплохо. 4 эльфийских выстрела после применения истощения или клейма. Тоже вот. Прикольная штука. Хотя, я не знаю, ладно. Деньги нужны. Что у нас с армией? Прорядили. Вот что значит неаккуратно за угол завернуть. Ага. Куда? Да вообще покушать бы хотел. Что-нибудь. Ладно, давай посмотрим. Рейнджер! Come close if you want the backhand. Oh, slave scum! I'm pouring poison in your ear! Oh, but you cut these ropes. Right back, I'll tell you everything. Now, what would you know that all these other dead orcs did? Go ahead, you bastard! Do it! I'll die, and you'll know nothing! Maybe I'll grant your request. End your misery. No! I was just there. Look! Those slaves are no match for the Orc army. Their schemes as rotten as barrel fish! Ratbag can teach you the ways of the Orc. Ratbag can make your plan work! Наглый такой. We're going to find out why you know. Попытался сначала. Ага. Обмануть. Даже не обмануть, я не знаю. На понт взять. Так. Цель находится здесь, основное задание. Но мы... Я и так разобрался уже, так сказать. Нажмите РТ, чтобы узнать о преимуществах. А, ну, понятно. Атаки издавых зверей. Угу. Во, надо будет осведлать. Перед тем как. Ага. Преимущество. Неуязвим к обстрелу. Пожалуйста, вот. Угу. Мощная атака в ближнем бою, которую нельзя разблокировать. Угу. Главарь, у него есть группа сторонников. Угу. Угу.
problem, Ranger. It's the War Chiefs. Strong leaders they are. You know, if something were to happen to them, then they wouldn't be able to stop your little insurrection, would they? I would hunt them down. How? They're not very popular around here, and they know it. But you can fight them. Oh, yes. Ratbagger show you the way. You help me, I help you. Do not make me regret this deal. Marvelous. Now let's stop faffing about, eh? First, need to take care of a certain captain and a few Karagors. Come with me, Ranger. Игрок такой, знаешь. Шулер. Can't trust them. Those slaves will stab you in the back. At least an Uruk will stab you in the front. Most likely the throat. We have similar goals, Ranger. See, you want to kill the captain, and somebody's got to take his place. Somebody like Ratbag. So this Goroth is in charge? Of this camp, yeah. Well, he's no war chief. They answer directly to the Black Hand. I'll show them all when I'm in the Black Hand's inner circle. Becoming a captain is just the first step of Ratbag's plan to become a war chief. Then prepare to step hard on his neck. How did you get free, scum? Не дать погибнуть ему. Щитоносцы отражают лобовые атаки, поэтому их нужно атаковать сзади. Ага. Так. Так, а можно как-то вот так вот просто? Так, а если... Так, а если получается, что он станет капитаном? Он будет нашим врагом. Вот именно. Как с вами неудобно-то? Но они хотя бы на тебе висят все. Нет, смотри, пошел бить. Ну отойди ты в сторонку куда-нибудь. Так. Убьем пока этого. Нет, не убьем. Быстро очухался, гад. Все, тот не станет, похоже. И этот тоже. Well done, Ranger. Now, just picture all these corpses as Gorov. Visualize your goals. Gorov's been out for Ratbag for years. Smug piece of dung he is. We come to blows as far back as Ratbag can remember. Still, Ratbag never wins. Last time, he kicks Ratbag into the Karagor pit. All the others laugh as the Karagor bats Ratbag around like a yarn ball. Oh, that Gorov's gonna pay. Smug piece of dung. He'll pay. Gorov keeps Karagors in pens. And rumor has it, he doesn't like to get too close to them. And let me guess, you think I should open those pens? Gorov's always in there. Never leaves, ever. Wonder where he pees. Oh, that explains the smell. Keep out of sight. I'll see that your captain gets demoted. Splendid plan. You kill, I wait. That's military genius, that is. Походка у него своеобразная такая. У типка этого. Не обратил внимания? Нет. Я слышал. Successful hunt. Got my eye on my prize. Better be more impressive than the last one. If you want. Мне чем-то это напомнило, знаешь, наверное, даже поход в Альтаиры. То есть плечи как-то так вперед. Даже не вперед, а как-то распрямленные. Ничего ты не слышал. Опять. Еще иду. Это не поднимает тревоги, да? Ну типа да. Еще там кто-то, смотри. Сейчас пойдет смотреть. Ну, меня же никто не слышал.
Да? Вроде не слышал. А что у нас там с этого грота? О! А что открыть-то? Я не могу ничего открыть пока. Хотел сказать. Здоровья не надо пока. Где армия? Вот. Вот он, грот. А, ну как раз это он, точно, точно. Ага. Собаку надо. А как так? Подожди, ну нам же сказали аккуратно пройти, а на собаке так это вот примерно так же будет, как-то за угол заехал. Ну да, а он наверху, хочу заметить. Это он? Не. Или это он? Вроде да нет, это лучше просто. Gorath will kill you if he catches you napping. Gorath never comes here. He's always by the hunting camp. Gorath's in the hunting camp. So much for him always being in the same place. Captain who fears his own beast. Fear is a powerful tool, Talion. Let's put Goroth's to work. Это нам просто показали контрольную точку. Надо было это лучника убрать. Как бы так бы. Ух ты. Не ожидал немножко. Ну ладно. Бью. Нет, не. Не будем этих трогать подальше. Туда поближе. Нам его выследить еще надо. Вон он. Ага. Выпустить Карагора, чтобы это... того. Загрыз. А, даже так? Да. Чтобы напугать. Напугать, да? Да. Меня кто-то видит. Уже нет. Смотри, что я нашел. Ага. Пау. Не, просто там еще в описании это говорили, что... что этот... животина его может заубить. Да. Зараз. Просто. Ну, давай по заданию. Нам говорят, надо выпустить. Напугать. Значит, будем пугать. Он против стрел вообще никак. Сейчас надо на собаку прыгнуть, наверное. Где там собака-то? О! Погоди, это я как это? Удерживаешь, да? Да. Допросим. Я думаю. Почему бы нет? Про кого бы? Вот эту штуку. Это кто? Наша следующая цель какая-то. Боевые добивания и... взрывами. Около костра. При этом он к стрелам неуязвим. Не любит мух. Неуязвим для скрытых ударов. Ого. Блокирование прыжка. Короче, надо его взрывать. Надо взрывом обязательно, да. Ловить где-то с кострами или с бочками какими-то. Если тут есть бочки. Ага. Сводка. Крысарий, трус, поединок. Город укротитель Крагоров. Сила выросла. Hey, you two. Hey. I need you to take
take a body back to my tent. I'm gonna get me a trophy. Get lost, scum! We only take all this for Goroth. That's the filthy corpse I need you to carry! Now go! Go! Say your fish! Be respectful, you dunghill worms! It'll be your ear next time! Ratbag is your captain now! Let's go take a gander. Yeah, and when you're done with that, I've got more bodies for you to carry. Meet me at the crossroads. An old friend there is about to lose his head. Вот такие вот у них законы. Взяли бы ему, тоже уши отрубили. И все. Стали бы капитанчиком. Ну, в смысле, убили бы там, уши отрубили, показали бы всем. Ну и все. Я resurrected by a wraith, now I am working with an orc. What could possibly be next? We must use the weapons of our enemy against him. The orcs hate each other almost as much as they hate us. Силу там кто-то стоит, аккуратно. Где? Ну вон, вон. Стоял.